Здравствуйте, с вами Дмитрий Трофимов. Я сегодня с вами буду говорить о том, что социофобию реально можно убрать из жизни, из вашей жизни, и с вами будет все хорошо. То есть после того, как вы уберете эти зажимы, эти страхи, эти волнения, стеснения, зажатость, все-все-все-все вот это уберете, то в какой-то момент вы поймете, что а жизнь-то интересна, что у вас столько много возможностей, что много интересов, что вы можете реализовать свои желания, и, о май гад, вы можете общаться с людьми, даже незнакомыми людьми, если вы это захотите. То есть социофобия действительно лечится. Но смотрите, когда человек находится в какой-то вот психологической проблеме, он в первую очередь думает, что эта проблема исключительно только его. Что это только у него и больше никого такого нет. И поэтому второе, что это не лечится, что это останется с ним навсегда, что он с этим родился, и все, что он может, это просто терпеть, страдать, потому что жизнь – это страдание, и поэтому он никаким образом это не уберет. Это невозможно убрать. Но это ошибка. Ребят, если у вас есть социофобия, вы можете ее убрать. Первое, вы не один такой, вы не одна такая. Психологическая проблема достаточно популярна. И второе, что это исключительно, что это невозможно вылечить, что ты с этим родился. Нет, это тоже неправда. 100% неправда. Ты мог это приобрести, уважаемый зритель. Ты мог это приобрести, когда, например, в детстве что-то посмотрел, и тебе казалось, что ага, надо выживать в этом мире. Я буду делать все, чтобы выживать, чтобы, не дай бог, незнакомые люди что-то не сделали со мной плохое. Ты мог стать жертвой других людей, и ты подумал, значит, все люди такие, на самом деле не все люди такие. Ну и основа, суть социофобии, ты же помнишь, ты же смотришь мои видео, ты помнишь. Основа, суть – это именно автоматические мысли в голове, которые приводят к тому, что сжимается тело, проявляются негативные эмоции, и ты думаешь, что все, что происходит вот снаружи, что вот люди что-то думают, это правда. И вот давай просто поразмышляем. Давай немножко поразмышляем. Было ли у тебя такое в прошлом, где ты о чем-то думал, например, был уверен 100%, что это именно вот так работает жизнь, вот жизнь или какая-то ситуация в жизни, или вот этот человек так, то есть что-то ты думал, было у тебя какое-то убеждение, и оно у тебя хорошо работало. Ты смотрел на мир именно вот так, и ты думал, что это правда. А через какое-то время, может быть, у тебя произошло какое-то потрясение, может быть, ты что-то осознал, может быть, ты прочитал книгу, может быть, тебе что-то сказал друг, неважно. Что-то в твоей голове, в твоем мышлении переменилось. И через какое-то время, может быть, не сразу, ты осознал, что что-то можно поменять в твоей жизни. Или уже что-то в жизни твоей меняется. Ты свое восприятие поменял. У тебя восприятие полностью стало другим. Ты помнишь, да, помнишь, что-то думал раньше, а теперь ты думаешь по-другому. Так вот, почему социофобию реально убрать? Потому что то же самое. Одно убеждение, которое у тебя в голове, а может быть их несколько, их может быть вообще тысячи, но они все убираются по одной и той же схеме. Когда ты прорабатываешь эти убеждения, да, когда ты прорабатываешь привычку мышления, в первую очередь мы работаем именно с привычкой мышления, когда ты это все прорабатываешь, твое восприятие начинает меняться. И ты думаешь, что? Я так думал? Серьезно? Я реально так думал? И все. Как только ты придешь к осознанности, что социофобия – это всего лишь психологическая проблема, которую можно вылечить, это только у тебя в голове, и больше этого нигде нет, это только у тебя в голове, это нереально. Как только ты придешь к этой осознанности, может быть, благодаря моей практике, может быть, благодаря самостоятельной проработке, может быть, с другим специалистом ты прорабатывать это будешь, но ты пришел к этой мысли или к этому осознанию, озарению, и все. Считай, что твое лечение уже, может быть, закончилось, а может быть, вот как раз достигло апогея, и теперь ты будешь чувствовать себя намного, намного спокойнее. И еще раз давайте, ребят, все вместе подытожим. Социофобия лечится. Это 100% реально. Ты не исключение из правил, что все, только я такой, и это можно убрать. Любого человека, у которого есть социофобия, ты с этим точно не родился. И ты, если захочешь, если ты по-настоящему сильно... сильно захочешь, ты это сможешь убрать. Я напоминаю, подписывайся на мой канал, поставь лайк, нажми на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео, и пиши комментарий, что ты думаешь по поводу этого видео, по поводу этой темы. Ты веришь в то, что я тебе сказал? Ну, надеюсь, конечно же, что веришь. Пока-пока!